Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем вязать панаму. И для этого нам понадобится пряжа. Я использую пряжу Нако Вега. Акриловая пряжа. Крючок 3 мм. Ножницы. Вот такой маркер. И наша схема, которую я прикреплю ниже под видео. Также нам понадобится рулетка. Для того, чтобы измерить объем головы и посчитать диаметр нашей основы, верхушки панамы. Я измерила объем моей головы. У меня получилось 56,5 сантиметров, ну, пусть даже 57. В Гугле есть онлайн-калькулятор, как высчитать диаметр. Вводите ваш размер, это может быть там 56 или 55 или 54 сантиметра или 57, и он рассчитывает диаметр. У меня получилось диаметр 18 сантиметров. И приступим, начнем вязать нашу основу. Начнем вязать нашу верхушку панамки. Для этого нам понадобится сделать кольцо амигуруми. Делается оно, в принципе, несложно. Вот такое колечко получилось. И вовнутрь, в первом ряду, мы провязываем 6 столбиков без накида. Вовнутрь, раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Провязали. Так, подтягиваем за вот эту ниточку, подтянули, делаем соединительный столбик в крайнюю петельку, продеваем крючок. Вытаскиваем ниточку и продеваем сюда. Вот получился соединительный столбик. Здесь чуть-чуть подтянули. Можно вот эту ниточку немного обрезать. Так, мы связали первый ряд. Теперь поставим в начало ряда наш маркер. И продолжим наше вязание. Второй ряд нам нужно сделать 6 прибавок, 12 столбиков без накида, то есть в каждый столбик по столбик с прибавкой. Так, начнем. Раз, прибавка. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вытаскиваем наш маркер. 11, 12. Все, мы провязали с вами второй ряд. 12 столбиков без накида. Ставим в последний столбик маркер
Так, и вяжем дальше. Третий ряд. Нам нужно провязать 18 столбиков без накида. Как их вязать? Мы вяжем один столбик просто, второй столбик с прибавкой. Один столбик просто, второй столбик с прибавкой. Один, два, и сюда же прибавка. Три. Четыре, пять, сюда же прибавка, шесть. Продолжим наше вязание. Мы провязали три ряда. В третьем ряду 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду 24 столбика. Значит, как вяжем четвертый ряд? 2 столбика, прибавка. 2 столбика без накида, столбик с прибавкой. И так далее. Раз. Два, прибавка, раз, два, прибавка. Мы провязали 24 столбика без накида. Ставим маркер. И вяжем пятый ряд. В пятом ряду у нас 30 столбиков без накида. Мы вяжем 3 столбика без накида. В четвертый прибавка. 3 столбика без накида. В четвертый прибавка. Приступим. Раз, два, три, три столбика, прибавка. Раз, два. Раз, два, три, прибавочка. И начинаем вязать шестой ряд. В шестом ряду у нас должно быть 36 столбиков без накида. Вяжется шестой ряд. 4 столбика. Раз, два, три, четыре. Прибавочка. Вяжем 4 столбика. В пятый столбик прибавка. Начнем вязать шестой ряд. Раз, два, три, четыре, прибавка.
Раз. Два. Три. Четыре. Прибавочку. Начинаем вязать седьмой ряд. В седьмом ряду у нас должно получиться 42 столбика без накида. Вяжем мы седьмой ряд по схеме 5 столбиков без накида, прибавочка. Но чтобы более выровнять наш круг, нам нужно будет провязать сначала 2 столбика без накида, сделать прибавку и дальше вязать по нашей схеме. Раз, два, прибавка, и теперь вяжем по нашей схеме. 5 столбиков без накида, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять столбиков без накида, прибавочка. И довязываем 3 столбика. Раз, два, три столбика до конца ряда. Мы провязали с вами седьмой ряд. В седьмом ряду у нас должно получиться 42 столбика без накида. И вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду у нас должно получиться 48 столбиков без накида. Восьмой ряд вяжется 6 столбиков без накида, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и в седьмой прибавочка. Итак, мы связали с вами восьмой ряд. В восьмом ряду у нас должно получиться 48 столбиков без накида. Ставим маркер и продолжаем вязать девятый ряд. В девятом ряду нам нужно связать 54 столбика без накида. Вяжем мы по схеме 7 столбиков, 8 прибавочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и в восьмой прибавочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Два. Ну что, девятый ряд связан. Сейчас в девятом ряду у нас должно получиться 54 столбика. Девятый ряд связан, вяжем десятый ряд. В десятом ряду должно получиться 60 столбиков. Как мы вяжем десятый ряд? 8 столбиков без накида, в девятый прибавка. Продолжим наше вязание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и в девятый столбик прибавочка, девять, вот этот столбик, и вяжем так до конца ряда, 8 столбиков в девятый прибавку и встретимся в конце ряда. Ну что, десятый ряд связан, поставили маркер в последний столбик. Так, сейчас мы будем вязать одиннадцатый ряд. В десятом ряду у нас было 60 столбиков без накида должно получиться. Сейчас мы будем вязать одиннадцатый ряд. В одиннадцатом ряду у нас должно получиться 66 столбиков без накида. Вяжется этот ряд так. Провязываем 9 столбиков плюс прибавка в 10. 9 столбиков, 10 прибавка. И чтобы немного округлить наш узор, нашу верхушку панамы, мы провяжем 5 столбиков, сделаем прибавочку и дальше уже будем вязать по схеме. 9 столбиков, прибавка. Начнем. Точнее, продолжим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И в шестой сделаем прибавочку. Раз, два. И теперь вяжем по схеме. 9 столбиков в десятый прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и в десятый прибавочка. Раз, два. И можете довязать так самостоятельно. Встретимся в конце ряда. И сейчас в нашем одиннадцатом ряду мы провязываем последнюю прибавку. Девятый, десятый, десятый столбик, прибавочка. И у нас остается 1, 2, 3, 4. Просто 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
Достаем наш маркер 4. Без прибавок. Просто заканчиваем 11 ряд. Вот так. У нас должно получиться в 11 ряду 66 столбиков без накида. Сейчас мы будем вязать с вами 12 ряд. 11 ряд мы уже провязали. В 12 ряду у нас должно быть 72 столбика без накида. 12 ряд вяжется 10 столбиков, прибавка. Прибавка в 11 столбик. Продолжим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И в 11 столбик прибавочка. И так провязываем весь ряд. 10 столбиков без накида, в 11 столбик прибавочка. Увидимся в конце ряда. Ну что, друзья, мы провязали с вами 12 ряд. В 12 ряду у нас должно получиться 72 столбика без накида. Провязали 12 ряд, начнем вязать 13 ряд. В 13 ставим наш замочек, наш маркер. И в 13 ряду нам нужно связать 78 столбиков без накида. Вяжем мы по схеме 11 столбиков, в 12 прибавка. Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 и в 12 прибавочка. Раз, два, и вот по такой же схеме 11 столбиков без накида, в 12 прибавка. Вяжем этот ряд, встретимся в конце ряда. Ну что, друзья, 13 ряд у нас связан. В 13 ряду у нас должно получиться 78 столбиков без накида, 78 петелек. И сейчас мы начнем вязать 14 ряд. 14 ряд. В 14 ряду должно получиться 84 столбика без накида. 14 ряд мы вяжем по схеме 12 столбиков без накида плюс прибавка в 13 столбик. 12 столбиков вяжем. 13 прибавка. Раз.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, и в тринадцатый столбик мы делаем прибавочку. Раз, два. 13 столбик. И так вяжем весь ряд. 12 столбиков без накида плюс прибавка. Прибавка в 13 столбик. Встретимся в конце 14 ряда. Итак, друзья, мы провязали с вами 14 ряд. В 14 ряду у нас должно получиться 84 столбика без накида. Ставим маркер. Последний столбик и вяжем 15 ряд. В 15 ряду у нас должно получиться 90 столбиков без накида. 15 ряд мы вяжем по схеме 13 столбиков плюс прибавка в 14 столбик. И здесь мы, чтобы немного округлить наш рисунок, нашу верхушку шапочки, мы провяжем 6 столбиков, сделаем прибавочку и дальше вяжем по схеме. Начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Провязали 6 столбиков. В 7 делаем прибавку. Раз, два. И дальше вяжем по нашей схеме. 13 столбиков, 14 прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, и в 14 столбик прибавка 14. Прибавочку. И так вяжем до конца ряда. 13 столбиков, в 14 прибавка. Увидимся в конце ряда. Итак, друзья, мы провязали с вами 15 ряд. В 15 ряду у нас должно было получиться 90 столбиков без накида. Начинаем вязать 16 ряд. В 16 ряду мы вяжем по схеме 14 столбиков плюс прибавка. В 15 столбике 14 столбиков плюс прибавка. Всего у нас должно получиться 96 столбиков без накида. Один, два, три,
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15. Провязали в 15 столбик прибавочку. И так вяжем до конца ряда. По этой схеме 14 столбиков без накида, в 15 прибавка. Встретимся в конце ряда. Ну что, друзья, мы связали с вами 16 ряд. В 16 ряду у нас должно получиться 96 столбиков без накида, 96 петель. Сейчас мы возьмем нашу рулетку. И посмотрим, сколько сантиметров у нас уже. У нас уже 17 сантиметров диаметр. И сейчас следующий ряд мы будем вязать просто по кругу, без прибавок. И провяжем, получается, 2 ряда без прибавок. 17 и 18 ряды вяжем без прибавок. 96 столбиков без накида. Ну что, друзья, мы провязали еще 2 ряда. Получается 17 и 18 ряды без прибавок, по 96 столбиков без накида. И сейчас мы провяжем 96 вогнутых столбиков. Как вязать вогнутые столбики? Значит, продеваем в первую петельку, то есть не так, как мы вдевали, с обратной стороны крючок. Теперь продеваем в эту петельку крючок, провязываем и соединяем. Теперь следующий вогнутый столбик. Продеваем сюда, выводим, провязываем. Второй. Вот такие вогнутые столбики. Продеваем. Провязываем. Продеваем. Провязываем. Вот таким вот образом нам нужно провязать весь ряд. И так по кругу провязываем ряд вогнутых столбиков и встретимся с вами в конце ряда. Ну что, друзья, мы провязали этот ряд вогнутых столбиков. Вот так он выглядит. Теперь ставим маркер начала ряда. И сейчас нам нужно провязать то же самое количество столбиков за заднюю петельку. То есть каждый столбик мы вяжем не за всю петлю, а за заднюю петельку.
один, два, три, четыре, пять. Встретимся с вами в конце ряда. Ну что, друзья, мы связали 20-й, получается, ряд за полупетли. Выглядит вот так. И теперь мы вяжем серединку панамы обычным вязанием. Столбики без накида. Вяжем такое же количество, 96 столбиков без накида. И нам нужно провязать 15 рядов. Вот таким вот образом. Без прибавок, без убавок. Просто обычным нашим вязанием за всю петлю, не за полупетлю, а за всю петлю. Вот таким образом мы провязываем еще 15 рядов. И увидимся с вами в следующем видео, где я покажу продолжение панамки.